снег. Цветочный патруль заступил на улице Полоцка. В преддверии Международного женского дня активисты БРСМ вместе с сотрудниками госавтоинспекции Полоцка вместо привычного требования предъявить документы говорили автолюбительницам комплименты, дарили цветы и открытки. Накануне 8 марта сотрудники Полоцкой госавтоинспекции не забывают о женщинах за рулем. Сегодня в честь праздника сотрудники останавливают всех автоледи, вручают им цветы и комплименты. Создавать весеннее настроение на улицах города для сотрудников госавтоинспекции Полоцка стало уже доброй традицией. Однако каждый раз для участниц акции она становится приятной неожиданностью. Дамы реагируют с улыбкой и благодарностью стражам правопорядка и обещают соблюдать правила дорожного движения. В свою очередь сотрудники госавтоинспекции Полоцка с удовольствием выполняют свою приятную миссию. Безопасно там дорог. Спасибо большое, с праздником. Сюрприз. Спасибо. Любовь Савко, Александр Матюшенко, Саммит Плюс ТВ.